В Смоленском областном институте развития и образования состоялась встреча правящего архиерея епархии епископа Смоленского и Вяземского Пантелеймона с преподавателями основ православной культуры и этики в начальных классах общеобразовательных школ области. О чем говорили на встрече, какие темы интересовали педагогов, рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». История преподавания духовных дисциплин в светских учебных заведениях Смоленской области насчитывает более 2 десятилетий. Благодаря соглашениям, заключенным митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, нынешним патриархом Московским и всей Руси, с администрацией области, основы православной культуры и этики вошли в школьные программы сначала в качестве факультативов, а затем и обязательных предметов. В области были изданы учебники по православным предметам, заслужившие всеобщее признание. Преподаватели духовных дисциплин готовят Смоленский педагогический колледж и постоянно действующие курсы при Институте развития образования. В беседе со слушателями курсов преосвященнейший Пантелеймон отметил особую значимость профессии педагога. Вы вводите ребенка, пришедшего из семьи, в мир знаний, вводите его в большой мир, в котором живут люди, в мир истории, в мир культуры, в мир не только знаний, но вообще в мир такой общей человеческой жизни. И эта ответственность, это ваше значение в жизни ребенка в наше время, мне кажется, еще больше увеличивается. На школе лежит ответственность не только за обучение, но и за воспитание ребенка. И то, что ребенок не получил, может быть, в семье, должны дать ему выбор. В семье не учат, к сожалению, очень часто сейчас трудиться, не учат вести себя спокойно, не учат делиться с другими тем, что у тебя есть, не учат элементарным правилам вежливости, к сожалению. И вся эта нагрузка ложится на вас. И поэтому, конечно, я еще раз повторяю, что роль учителя, особенно учителя первого, учителя начальной школы, мне кажется, невозможно переоценить. Его Преосвященство также ответил на вопросы учителей. Педагоги интересовались не только вопросами воспитания детей, но и другими темами, например, взаимодействием православия с различными религиозными конфессиями, сотрудничеством церкви и государства. В память о состоявшейся встрече епископ Пантелеймон преподнес в дар каждому учителю памятные подарки, книги и DVD-диски с учебными и познавательными материалами на православную тему, а также оставил свои контактные данные, чтобы педагоги могли обратиться к правящему архиерею с любым вопросом, касающимся религиозного воспитания детей.